Предприниматели из Дивеева и Саровой рассказали о своих проблемах и задали вопросы представителям власти. В центре «Мой бизнес» прошло совещание в дистанционном формате. Участники – министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, министр экономического развития и инвестиций Игорь Наренков, уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодки, а также главы МСУ, представители Министерства экологии и другие. Какие меры поддержки существуют для бизнеса? Как небольшим предприятиям развиваться при условии распространения в районе крупных ритейлеров? Как в целом успешно вести бизнес в закрытом городе? Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе встречи. Таких мероприятий мы уже провели 22. 22 муниципальных образования получили возможность пообщаться с представителями власти. И в этих мероприятиях приняли более 750 предпринимателей из Нижегородской области. На самом деле не нужно ждать вот таких мероприятий, потому что хотелось бы отметить, что вопросы, которые поступают через центр «Мой бизнес», они доходят до руководства органов исполнительной власти и всегда на них получают предприниматели ответ. Вопросы сегодня были совершенно разные. И то, с чем в жизни сталкиваются предприниматели, это и конкуренция с самозанятыми, потому что она действительно сегодня приводит к тому, что с рынка уходят микро- и малые предприятия, некоторые переходят в разряд самозанятых, некоторые просто закрываются. Это конкурсы и исполнение. Министерство не только помогает предпринимателям, но и разъясняет и главам, и субъектам предпринимательской деятельности о формах поддержки, о формах развития.